Итак, друзья, я думаю, многим не секрет, что смартфоны становятся все больше и больше, вон лопаты, да, больше руки уже. И некоторые пользуются даже планшетами для звонков, и поэтому как-то нужно решать проблему того, что вы хотите разговаривать, удобно звонить, набирать, читать сообщения и так далее. И для этого был создан новый тип устройств, правда, создан уже лет 5 назад, но тогда он не зашел. Сейчас китайцы пытаются сделать вторую жизнь таким устройством. У меня на распаковке такое же устройство, по крайней мере, должно быть. Это нечто наподобие телефончика, но которое может работать в паре со смартфоном, планшетом и другим умным устройством в качестве коллера по-английски, ну а по-нашему, как они теперь называют, дозвонщик. То есть эта штучка должна мочь звонить через ваш смартфон, подключаясь к нему через Bluetooth. Вот такая вот масенькая штуковинка. Когда-то у меня было нечто подобное от HTC, оно было больше раза в 3. Я думаю, поэтому оно и не зашло. А вот эти малыши, они, по-моему, очень даже прикольные в этом плане. И очень даже могут заслужить, скажем так, свое место на рынке. Ну, во-первых, мы видим, что тут у нас транспортировочная пленочка. Что у нас про него записано? Супер маленький. Мультимедиа. Может быть гарнитурой, воспроизводить музыку дистанционно, получать смс-ки. Правда, не знаю, отправлять умеет или нет, но надеюсь, что да. Также здесь есть HD Voice, то есть высококачественная передача звука, эргономичный дизайн, простейшее управление и какой-то там навороченный звук якобы. Ну, в общем, вот. Такая штуковинка. У нее даже есть собственная камера, обратите внимание. Вообще визуально как будто бы две, но я думаю, наверняка нормальная только одна. А самое прикольное, что тут должно, не глядя на его размер, помещаться все то, что обычно есть в больших его собратьях, телефонах с наворотами. Ну и самое главное, напомню еще раз, он должен работать со смартфоном. Порт, заметьте, microUSB, аккумулятор 380 мА, съемный, SIM-1, SIM-2, карту памяти не завезли. А вон туда, по-моему, еще и карта памяти влезает, только про нее даже написать забыли. Но это мы проверим очень просто и легко. Сейчас достанем карточку памяти. Ну и проверка, влезет, не влезет. Угадал я или не угадал. Вот, пожалуйста, влезла карта памяти. Сюда же, соответственно, можно и симку запихать, что мы сейчас, наверное, и сделаем. Так, что я могу? Я могу свою, одну из симок, переставить туда и оставить как бы в смартфоне только ту симку, которая с интернетом. А симку без интернета поставить в этот телефончик. Так, это у нас какая вышла? Вот она и вышла. Эту мы оставляем. Вырубаем опять полет. Вставляем симку в этот аппаратик. Если въедем, как вставить. Вот. А, это SIM-2. Зачем мне SIM-2? Значит, так. Надеюсь, формат тот. Очень на это надеюсь. Так. Ну и что? Пробуем снять целлофанчик транспортировочный с аккумулятора и включить это все дело. Сразу напомню еще раз, для чего эта штучка. Чтобы она у вас валялась в кармане, шорт, висело на шее, еще что-то, когда телефон у вас, например, в рюкзаке или там просто где-то в квартире валяется, да? И вы через эту штучку можете разговаривать как будто с вашего смартфона, планшета, то есть с того устройства, к которому подключено. Кстати, заметьте, даже фонарик тут завезли. Я вам больше скажу, даже цветной экран должен быть. Потому что у меня нечто наподобие есть, оно чуть-чуть еще поменьше, но там черно-белый экран. А тут, заметьте, нормальный экран. Приближаем. О, офигенно. То есть миссипистическое все. Даже уже по-русски. Вот, установки. Так, наверное, настройки телефона. Кстати, джойстик полноценный. Время и дата. Укажите город. Почему-то стоит Лондон. Ну, я нифига не в Лондоне. Смотрим, где я.
Я вообще как бы в Москве, алло. Или мне Москву не дадут? Понятно, не в ту сторону, видимо, мотал. Перелет. Вот, время у меня московское. Соответственно, время и дата. Часы, минуты. Сейчас 10:01. Дата 2021-03. Какое число-то у нас? 16. 16. Ну, короче, мне аппарат пока очень нравится. Что могу сказать? Заряда у него уже половина. Покажите формат. Время 24. Здесь дата, месяц, год. Вот так. Все. В России принято так. Ну и что мы видим? 10:01. Дата. Теле2. Первая симка, вторая неизвестна. Так, имена. Ну, сюда надо их вносить. Это я должен настроить. Менюшка. Заново. Контакты. Сообщения. Мультимедиа. Что у нас в мультимедиа? Камера. Камеру запускаем. Ну, что я вам скажу? Не так-то и плохо. Я думал, будет в разы хуже, господа хорошие. Так, опции. Даже видеозапись есть. Опции. Настройка камеры. 60 Гц. Устранение мерцания. Опции. Настройка самого видео. Высокое качество. Сохранить. Опции. Память. Карта памяти, пожалуйста. То есть карта памяти подцеплена, и мы свободно можем писать на нее. Раз, два, три. Проверка, как у нас все пишется. Миссипистический такой телефончик, блин. Как бы его в шпионские гаджеты не записали. Стоп, стоп. Опции. А как посмотреть? Видеоплеер, наверное. Опции. Так, а нет информации о нем? Нету, ладно. Хотя бы воспроизвести. Так, опции. Назад. Раз, два, три. Проверка, как у нас все пишется. Миссипистический такой телефончик, блин. Как бы его в шпионские гаджеты не записали. Слушайте, господа, ведь хорошо пишет. Только громкость пока не нашел где. Ну-ка. Это у нас радио. Заметьте, работает без... 96% жителей Севастополя. Офигенно, работает без наушников. То есть миссипистический гаджет, а радио работает без наушников. Только вот непонятно, как громко сделать. Не так. Не так. Так, надо где-то громкость найти. Органайзер, что у нас? Фонарик. О, при звонке даже моргать может. Окей. Я, значит, не так понял, не тот фонарик. Bluetooth номер. А, колер, наверное, имеется в виду. Так, будильник много. Календарик полноценный. Калькулятор тоже полноценный. Bluetooth номер, файл менеджер и фонарик полноценный. Кл. Во. Ну, то есть, я думаю, достаточно, да, господа? Я думаю, все согласятся. Фонарик. Выкл. Так, стоп. Это было все? Нифига. Потом супер батарея. Это что значит? А, это супер экономия, понятно. А это обычная. Так, а заметка что значит? А, понятно. В режиме экономии он типа переходит в режим, когда он даже играет тише. Все понятно. Служба это, наверное, с сим-карты. Ох ты ж, интернет, Facebook, WhatsApp, менюшка Теле2, инструменты сим-карты. Услуга интернет. А, это имеется в виду браузер. Офигетительно. Ну что я могу сказать? Просто круто. Хорошо, назад. Мультимедиа, сообщения, контакты, вызовы, установки, настройки телефона, безопасности, сети,
параметры двух симок, возможности подключения, восстановления настроек. Ладно, это все в принципе-то фигня. Так, мы тут были, да? Да, по кругу проехали. Значит, нам надо в органайзере подключаться через Bluetooth к смартфону и смотреть, что будет дальше. Так. Ага, понятно. Значит, сначала надо подключиться. Включено питание. Отъезжаем. Теперь здесь добавляем яркость, чтобы видеть настройки. Новое устройство. Так, или у него видимость выключена? Вот серво М6. Ну, допустим, 4.0. Окей. Окей. Подключено. Антилост. То есть он будет сообщать, если прервалось. Прикольно. Так, ладно, я его все равно не включил, слава богу. Так, теперь Bluetooth номер. Во, BL6000. Опции. Справка. Давайте посмотрим справку. Окей. Например, набрать номер. Отправить или ответить на сообщение. Вау. Прослушать песни, найти номер в телефонной книге. Получить уведомление. Короче, прикольно. Вот все, что я хотел, все оно вроде как должно быть. Так, значит, как мы это делаем? Например, вызовы. Журнал вызовов. Все вызовы. Нет. Значит, надо как-то тут. Настройка вызовов. Расширенные настройки. Диктофон есть? То есть автозапись, что ли? Я так понимаю. Точно. То есть при наличии карты памяти мы будем еще и записывать все номера. Точнее, все разговоры. Так, X6. Серво М6. Еще только устанавливается соединение. Ну-ка. Отключено. Включено. Подключение. Давайте, ребят, договаривайтесь. Я чую, что что-то не то. О, подключено. А здесь? Этот еще пока не отчитался о том, что все здорово. Как это отключено? Ты че? Соединение, блин. А здесь пока не успокоился. Вот это меня напрягает на самом деле. По-моему, он что-то спрашивает, а я что-то забываю ответить. Опция. Справка. Нет, это мы уже смотрели. Опросить новое устройство, наверное. Сопряжение. Нет, что-то немножечко мне не нравится. Может, видимость все-таки надо включить. Короче, разбираюсь, включу дальше потом. Офигенно, по времени на телефоне можете понять. Вот, на нем. Что я только выключился, а уже высветилось, что все подключено. Непонятно. Ну да ладно. Может быть, все-таки дело было в видимости. Тогда пробуем заново Bluetooth номер. Опции. Нет. Тут ничего нового. Значит, лезем в пункт смс-ки. Помнится мне, там обещали изменения. Окей.
Нет, все-таки он в телефон пока не лезет. А как залезть в мозги телефона, вот интересно. Наверное, отдельный пункт все-таки должен быть. Кстати, заметьте, он свободно ковыряется в памяти. Вот это меня просто прикалывает. Так, как задать запрос, чтобы он все-таки залез в память смартфона? Опции. Настройки телефонной книги. Статус памяти. Нет, ну что-то не хочет со смартфона считать. Должен же все со смартфона это согнать. Так, давайте проще сделаем. Так, 6-6. Набор. Вот. Набор через Bluetooth. Пошел звонок. Это мы, по крайней мере, увидели. 9-1-1. Вызов завершен. 9-5-0-9. То есть звук прошел, как минимум. Точнее, звонок через смартфон. А теперь надо как-то в обратную сторону. Мне нужно слить данные со смартфона. А как это сделать? Хорошо, написать сообщение. Опции. Назад. Ну, допустим, сам себе. Окей. Опции. Допустим, отправить. Нет, он своими мозгами отправляет. В смартфоне он пока не лезет. И сам же себе и получил. Значится, пока я не смог оживить. Как они говорят, получение смс-ок сюда и ответ отсюда же. И скачивание телефонов со смартфона. Хотя там галочка-то стоит. Вот если мы откроем соединение активное. Вот оно, серво. То вот обмен контактами-то есть. Почему он их не сливает? Так, инструкции нет случайно? Никакой? Нет, господа. Ну тогда будет интрижка. Аппаратик я получил. Первично, надеюсь, вас заинтриговал. Осталось мне изучить, как с него влезть в записную книжку вот его. Ну и как это все настроить, чтобы смс-ки отправлялись с него и так далее. В принципе, производителям заявлено. Будет ли работать? Создаем интригу. Всем спасибо за то, что присутствовали при распаковочке. Ой, господи, уже инструкция. Ну, тема интереснее. Не удивлюсь, если какой-нибудь софт нужен на смартфон. Давайте под финал быстренько глянем инструкцию и на этом деле завяжем. Ну, кстати, на китайском. Все. Всем спасибо, всем пока, это был Латуха. Ждите, если кого заинтриговала эта штучка, когда я с ней разберусь и сделаю полный обзор. Всем пока.